день. Сегодня ваше внимание представляю распаковку профессионального пульта управления камерой, чтобы, во-первых, при соприкосновении с кнопкой затвора не происходило дергание камеры, ну и смазывание кадра. То есть предназначен данный пульт. Ну и еще плюс то, что данным пультом возможно производить таймлапсы, то есть съемки с определенными промежутками времени, с необходимой задержкой и так далее. То есть вставляется в данной упаковке такой желтого цвета. Стороне написано, для чего он служит, то есть уменьшение вибраций во время фотографирования, идеально для съемки длительной выдержки, вечерний закат пейзажа. Дальше вот наличие таймера от 0 секунды до 99 часов 59 минут 59 секунд. Прикатоскопический дисплей, минимальный размер и легкий вес 85 грамм. Так, ну и длина кабеля, то есть от пульта до камеры 920 миллиметров. 92 сантиметра. Так, данный пульт служит для камер, то есть есть для Canon, есть для Nikon, но в данном случае для Nikon, то есть типом CN3, то есть Nikon D90, D3100, D3200, D5100, D7000. То есть, ну, лучше более подробно посмотреть на сайте, возможно, ссылки оставлю внизу под видео. Так, ну давайте посмотрим, что находится внутри. Так, ну внутри находится инструкция по эксплуатации. На русском языке. Дальше в черном поролоновом чехле находится сам пульт. Так, провод 92 сантиметра, штекер, подключаемый к камере данного типа. Так, ну и сам пульт. С обратной стороны. Так, к сожалению, в комплекте нету батареек тип 3А, то есть, ну и нужно две штуки, он даже есть силикагель для того, чтобы избавиться от лишней влажности. Так, ну устанавливаем батарейки. Там же, то есть все адекватно работает, пуск, стоп. Настройка, вот именно номером, датой и, ну, соответственно, времени. Так, ну давайте проверим. Камера Nikon. То есть здесь есть соответствующие разъемы для подключения. Так, подключаем пульт. Так, дальше включаем камеру. Так, ну берем пульт.
осуществляется настройка. Всем, кому было полезно.